Раньше врачам Шереметьевского ветеринарного пункта приходилось работать в полуподвальном помещении, где был только стол и стул. Теперь же здесь есть все необходимое. Электронный прибор для определения субклинического мастита в молоке. С каждого соска в имени набирается молоко вот в эти чашечки, включается прибор, и здесь вот показывают количество соматических клеток. Современное оборудование, операционный, осеменительный кабинет. Как говорят сами ветеринары, о таком пункте они могли только мечтать. А сейчас работать в радость. Здесь все цивилизованно. Красивые стены, потолки, окна, пластик открываются, закрываются. Вода горячая, холодная, санузел. Все есть. Операционная прекрасная с канализацией. То есть там можно ее со шланга помыть. Все. Холодильник для хранения вакцин, биопрепаратов. Очень хорошо. Здесь светло, тепло, как бы сказать, и мухи не кусают. Открыть новый пункт и проверить работу приехали руководитель главного управления ветеринарии при кабинете министров Республики Татарстан и заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района. Данный ветеринарный пункт обслуживает 4 сельских поселения. Это Сухаревский, Сосновский, Шереметьевский, Майскогорский. Кроме того, также при выдаче сопроводительных документов и профилактических работ также обслуживает огромное хозяйство «Нефтехимагропром» и «Прикамский». Но это еще не все новшества. В ближайшее время планируют наладить электронный документооборот. Если будет такое желание, мы можем начинать с Нижнекамского района. Сопроводительные документы ветеринарные мы можем давать электронно, и за бумагами ходить не нужно будет. Республиканская программа по строительству таких ветеринарных пунктов рассчитана на 3 года. В прошлом году такой же пункт был открыт в Крамала, в 2015 году в Шереметьевке, а в 2016 планируют открыть в Камских Полянах. Аделия Сатарова, Ренат Харасов, новости НТР.